Это видео у нас посвящено колонкам Tannoy, модель Cheviot, 12-дюймовый динамик. Я говорил 295, но ошибся, 315 HPD. Вот кассетку послушали не просто так. Специально ее в начало поставил, потому что если видео заблокируют, чтобы можно было отрезать без потерь. В виде усилителя у нас здесь ламповый усилитель Marantz, модель 66. Вот этот усилитель в триодном режиме дал то, что требовалось этим колоночкам. Скажем так, не ошибся. Он добавил им жирности, естественности, подобрал яркость и так далее. Небольшое отступление. У меня же были еще большие, ну, относительно большие Tannoy с 15-дюймовым динамиком, модель Berkeley. Вот. И, собственно, человек пришел за одним, и мы включили Tannoy. Сначала мы включили, значит, Berkeley, послушали цифровой источник, сидюшку. В общем-то, звук был более чем впечатляющий, но минут через пять мы оба поняли, что да, это прикольно, но утомительно. А потом мы решили послушать ленту. Вот у меня как раз был Technics 1500-ный катушечный магнитофон и мастер ленты, который вот дорогущий, я вам там показывал. Вот, и мы включили, и там, ну, все вопросы пропали. То есть человек говорит, давай эти. Хотя он изначально планировал другие колонки. Вот, натуральность подачи звука с ленты просто невероятная. То есть, ну, там, скажем, музыка была несложная. То есть там условно, я уже не помню, ну, вокал, контрабас и, может, еще пару инструментов. Ну, то есть максимум трио. Вот, малосоставный такой ансамбль, назовем это так. Очень натурально, очень так все это живенько, ну прям супер-супер. Сильно понравилось, вот. Ну и почему я сейчас включил кассетку? Потому что, опять же, эти колоночки, они немножечко... Вот я про что говорю, что на цифре они могут... быть несколько ярковатыми, да, но, смотрите, эта моделька, это 76-78 год выпуска, какая нафиг цифра, да, то есть есть пленка и есть винил, вот, ни о какой цифре и речи быть не может, поэтому сюда, если цифру запускать, ну, кстати, вот опять же цифру я, как видите, запущу сейчас, и через ламповый усилитель вполне себе это все очень даже. Но на тот момент лампы не было, был транзистор, поэтому на транзисторе... Ну, на транзисторе пленка тоже была хорошо, короче, скажем так. То есть этим колонкам нужен такой вот, особенно вот этой модели с 12-дюймовым басовиком, то есть у них может быть некоторый дисбаланс в сторону... высоких частот, превальвирующих в звуке, и им нужен такой вот усилитель либо ламповый, либо если это транзисторный, то какой-то такой вот на полевиках, либо, знаете, с одним каскадом транзисторов, с малой управляемостью, низкими частотами, ну, то есть, чтобы немножечко, скажем так, развязать руки
низкочастотному динамику и дать возможность ему поиграть, доиграть, скажем так, то, чего в записи и нет. Потому что если этого не сделать, то будет суховато, скучновато и безжизненно неинтересно. Я, конечно, еще пару слов скажу про Тано и в целом о своих впечатлениях. Про данные колонки, собственно, я уже говорил, что 76-й год выпуска. Также есть упоминание, что в 78-м, но будем говорить, вот в середине 70-х выпустили эту модельку. Стоимость была 140 тысяч йен за одну колонку. В общем-то, по тем временам это довольно серьезные деньги. Однако надо понимать, что все-таки, скорее всего, здесь же корпуса, там сзади наклеечка TIAG. Соответственно, скорее всего, корпуса делали в Японии непосредственно. А вот динамик и разводку, кроссоверы, их гнали с Англии. Ну и, соответственно, импорт, он и в Африке импорт, да, то есть тут тоже может быть некоторый диссонанс, ну, то есть часть этой цены связана с тем, что это импортная вещь для Японии. Ну, как бы ни было, в общем. Значит, динамик, я уже говорил, здесь, значит, номенклатура у него HPD-315A. Это динамик на кобальте. Значит, почему 315? Потому что внешний радиус у него 331,5 сантиметр. Мощность у них 60 ватт, при нагрузке 8-омная. Играют они, частотная характеристика от 40 Гц до 20 кГц, чуйка 89 дБ и вес 25 кг. Вот. Какой-то более конкретной информации про эту модель нет, но тут как бы все общее в том плане, что, соответственно, система Dual Concentric, да, то есть коаксиальный динамик, у нас компрессионный ВЧ-излучатель стоит там у задней стенки. Вот через сетчатый колпак мы видим рупор алюминиевый. Вот. И этот рупор, соответственно, дальше переходит в диффузор низкочастотного излучателя. Ну вот, то есть вот здесь вот у нас стоит вот здесь компрессионный излучатель. Вот до сюда у нас идет рупор, а дальше у нас тело диффузора продолжает этот рупор, скажем так. Так, коротко о состоянии. Состояние, скажем так, в принципе, можно оставлять и так. Но вообще, я планировал их реставрировать, но решил этого не делать, ввиду того, что, может быть, кто-то захочет познакомиться с тоноями по более, так скажем, демократической стоимости. А если потребуется реставрация, ну, реставрация в данном случае имеется в виду снятие старого лакового покрытия, нанесение нового. Из косяков вот здесь вот есть один подбитый уголок. Я тоже не стал его как-то подкрашивать, что он, в принципе, ну, ДСП-шку видать, да, но она так не сильно отличается цветом, то есть если я подкрашу, лучше не будет. Остальные углы не побиты, то есть реставрация здесь требуется неглубокая, такая буквально поверхностная, ну разве что вот здесь придется аккуратненько подделать, восстановить, может кусочек шпона там как-то приретушировать. Вот, болты, как вы видите, поставил два, эти не стал ставить, потому что они с окислом. Хотел, но не сделал, не подобрал. Надо подобрать шестигранные болты. Поставлю свеженькие болты из нержавейки, чтобы симпатично было. Есть небольшие следы на бумаге от той пыли вековой, которая тут лежала. Вот. Но тоже не стал красить, не стал портить аутентичность. Вот. И здесь у нас, соответственно, есть регулятор, аттенюатор. То есть их два. Один у нас, как вы видите, roll-off написан, и другой energy. Значит, они оба взаимодействуют с высокочастотным звеном. Один, значит, регулирует
подъем, а другой регулирует частоту этого подъема. Ну, или что-то вот в этом роде. Или, значит, roll-off. Тут просто дело в том, что была полемика определенная уже в другом видео про Tannoy. И до конца не определились. Значит, варианта два, да? То есть один аттенюатор регулирует частоту, а другой уровень подъема. Либо же этот регулирует уровень подъема на заданной частоте, а этот регулятор у нас регулирует спад на сшивке с низкочастотным динамиком. Ну, то есть частоту среза получается. Вот. Ну, здесь получается, если мы будем крутить roll-off, то у нас будет становиться глуше, да, то есть самое вот это вот как нулевое положение, нулевая точка. И здесь, если сюда, то более глухой звук становится, если сюда, то более яркий. Сетки для них, вот они перетянуты, вот. То есть сетки я решил перетянуть. Все-таки сетки, они так, ну, как бы создают определенный внешний вид первого знакомства. Так. Ну, давайте цифру мы оставим пока. Послушаем пластинку Фила Коллинса. Да, кстати, я... Ну, вот я не знаком был с этим человеком. Я даже придумал мимас, глядя на эти картинки. На этой картинке, значит, он спрашивает, ну чё, ты типа узнал меня? А потом на этой картинке он очень недоволен, что ты его не узнал. Хотя это на самом деле лицевая картинка, а это внутренний вкладыш. Самое обидное, друзья, знаете, что я посмотрел, где бы найти, как звать человека. Оказывается, вот все было просто, но я что-то куда-то не туда смотрел. И проглядел этот момент, вот. Но теперь я уже его точно запомню. Хотя с творчеством с его я знаком довольно посредственно. Ну вот, наверняка есть какие-то известные темы, которые я знаю, но я даже не знаю, что они его. Так, что там? А. Ощущением, вот крутилка roll-off довольно существенно влияет на серединку. То есть, когда мы ставим на третье положение, то серединка у нас задвигается еще больше назад. А energy влияет на непосредственно высокие. Вот. Ну, собственно, к чему я включаю винил, к чему я включаю кассету. Потому что это аналоговые источники, и эти аналоговые источники, ну, расширяют, скажем так, звуковое поле этих колонок, да, то есть я не говорю, что это там что-то идеальное происходит или еще что-то, но появляется как бы дополнительная глубина какая-то звучания, реверберация. Но сейчас мы послушаем цифровой источник, но
цифровой источник я включу напоследок, скажем так. А пока я его не включил, скажу пару слов о своих впечатлениях знакомства с колонками Tannoy. Ну, надо сказать, что эти колонки, это они свое имя заслужили, это 100%. То есть это не просто бренд из ниоткуда, который не имеет никакой, так скажем, славы, и просто вот почему-то люди за него платят деньги. Причем есть модели, где, скажем так, корпус, определенная модель, ну, то есть головка может быть одинаковая, да, но за счет разного корпуса, то есть там сильно-сильно цена возрастает. То есть эта цена может достигать десятки тысяч долларов за модели далеко не новые. Так, выключаться нам не надо. Нам нужна вот эта вот композиция Мираж. Так, все, не включайся, не выключайся. А, уже даже началась, блин. Вот, то есть, короче, мне понравились Tannoy в целом, знакомство их. Но, конечно, я думаю, что Tannoy это пятнашки. Вот, ну, в идеале. Хотя, вот, с ламповым усилением, с музыкой, с аналогового тракта и двенашки звучат очень достойно. Но, тем не менее, на будущее мне не хотелось бы умельчаться, хотелось бы укрупняться в плане знакомства. И следующая модель, с которой я хотел познакомиться, это SRM-15X. Вот. Но это довольно серьезные колонки, стоят очень приличных денег. Вот. Ну, раз люди готовы за них их, эти деньги отдавать, наверное, они их стоят. Вот. Так что когда-нибудь посмотрим, как сложатся у нас обстоятельства вообще в целом, мировые, в стране. Будет ли возможность всем этим заниматься? Обязательно познакомимся. Также хочу сказать, что вот это вот Dual Concentric, то есть это не из пальца высосанная тема. И знаете, хоть я и смотрел ролики всем, многим из нас известного инженера, не буду имен и фамилии называть, который говорил о недостатках этих колонок. Знаете, я так думаю, что недостатки так или иначе присутствуют в любых акустических системах. Это неизбежно. То есть, как Михаил Кучеренко говорит, что любую систему можно идеализировать только по не по одному принципу, ну, в общем, по одному какому-то вот, что-то будет одно главенствующее, все остальное будет подтянуто, да, то есть и где-то будут какие-то компромиссы. Вот, так что то, что эти системы Tannoy как таковые не являются каким-то эталоном, не вижу в этом ничего плохого. Определенно они имеют своего почитателя, и я как человек, имеющий возможность с ними познакомиться, послушать некоторое время, я понимаю, за что их любят. Мне очень нравятся высокие, мне нравится их ясность, энергичность. И как бы здесь, с одной стороны, есть ощущение рупора, но с другой стороны, это настолько деликатно, что очень сложно любыми другими методами достигнуть такой деликатности вот этой подачи. То есть высокие они и ясные, и тонкие, и ну, как бы с одной стороны и яркие, но не излишне яркие, то есть нет никаких ни сибилянтов, ничего, ну то есть вот супер. Я полагаю, что все-таки вот то, что рупор упирается вот в эту вот довольно плотную сетку, которая забирает часть вот этой вот энергии компрессионного драйвера, плюс то, что басовик является, получается,
бумажным продолжением рупора, что тоже придает, скажем так, мягкость звучания, ну, каких-то, то есть есть вот то, что по центру прошло, оно будет условно такое локализованное, яркое, а то, что пошло по бумаге, по краям, да, то есть оно уже будет такое вот, ну, смягченное вот этим бумажным, так сказать, привкусом. И за счет этого вот получается такая очень гармоничная картина. Ну, пожалуй, достаточно разговоров. Просто это как бы завершающее. Это видео даже не столько про эти тоноэ, но про них, конечно, тоже, сколько вообще в целом про знакомство с этой компанией. И так как пока не предполагается следующего знакомства, то я решил вот, ну, как-то максимально изложить свои впечатления. Так, ну что, поехали.